Всем привет, с вами Зяблик, и мы будем играть в одну очень немножечко странную... Вау, что это сейчас было? В одну очень немножечко странную игрушку. Она какая-то пиксельная такая, ну, мило, да, мило, конечно, сделано. Она называется Realm of the Mad God. God. Бог? Бог? Чем-то там. Ладно, давайте пройдем обучение. This way, сюда. Oh, great. Absolute. Ну, я не буду переводить... Вы сами, если вам нужно будет, переведете. Хотя я мог, конечно, переводить. Это что, типа, я по ним должен стрелять? А, ой, это. Сори. Блин. Все. Ой. Так, это что у нас тут? А, карта. Понятно. То есть, а, вода. А, я вот не могу пройти. Ой, ой, какие-то штуки по мне стреляют. Ой. А, то есть я должен. А я их могу убить? Нет. Я должен пробежать. Так. О, все, я побежал. Ага, окей. Ай. А, такой. Блин, 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 блин. Ой. Ладно, меня два раза попали. У меня сколько? У меня ХП 100. Мне даже ХП не отнимается. Ой, это нужно разбивать. А я хочу вот этим скиллом. О, это какой-то скилл странный. О, тут курица. Курица. Нужно курицу убивать. А. Evil chicken. Ой. Так. Бежим дальше. Slay the evil chicken. Good. Ё-моё! Что это такое? Бог. Бог. Нет. God. Блин, я не помню, как бог. Вроде это бог. Да, вроде бог переводится. Так, подождите немножко. Надеюсь, вы до этого не слышали звук телевизора. Вот один минус, что эту игру можно записывать только с помощью Камасаси Studios. Ну, еще какие-нибудь программы, потому что Фрапс не записывает ее. Это плохо, конечно. А, я нашел колечко, да, я могу его одеть. А, вот, все, я типа одел колечко. Давайте. Вот. Супер скилл. О, какой у меня скилл есть. Так, это что такое? Что я должен с ней сделать? А, то есть, типа, я ее выложил. А, понятно. Типа, я могу выкладывать вещи еще. Стоп, мне кажется, мана тратить. А, нет. Когда супер скилл. Ой. Ой-ой-ой. Так, ладно, продолжим. Мне нужно будет купить новый микрофон. Да, надеюсь. Там нужно будет... Так, с них что-то... Да, блин, глава. Глава. Глава немножко подключила сейчас. А могу их стакать? Нет, нельзя стакать. Ладно. Так, что тут у нас? Портал какой-то. Ну-ка. Пройдем в портал. О, нет. Квест. Окей. Да, блин. Да, сломайся. Да, все. Какой-то монстрик. Меня ждет какой-то монстрик. Какие-то рыцари. Не, они какие-то мясные. Да, они мясные. Да, конечно, тут бы озвучку бы покруче еще бы сделали. Стоп, вот так можно поставить. Да, надеюсь, вот так меня будет нормально слышно. Хотя я не знаю. Ну, должно. Да, должно мне так нормально слышно. Быть. Должно быть нормально. Да. Ой, ё-моё. Меня сейчас убить могут. Или меня вообще, или вообще не убивают. О! Лап. Так, экспа потихонечку качается. Да, и для этой игрушки, кажется, только нужно Dodo Flash Player и все. Как я помню. Неплохо сделали, конечно. О! Ой, нет, что. Зелье. А! Зелье какие-то мне дали. Так, мне что-нибудь повысили? О, у меня мана и ХП стало больше. О, так. И еще эта штучка. Я только не умею использовать. Это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой, какой он страшный. О, я убил его. С него выпала. Мана поин. Почел. Зелье маны и. Маленькое. Нет, не маленькое. Давайте используем его как-нибудь. Так, на 6, да? О! О, все, мы используем зелье маны. Так. Портал еще один.
куда мы попали. И все, мы продолжаем. Я сейчас создал нового персонажа. У меня опять первый левел, опять ничего нет. И я потому что изменил себе ник. Потому что мой изначально ник мне не понравился. Вот такой вот. Вот так. Такие пироги, люди. Да. О, Тоби. О, здрав. Привет. Что тут делаешь? Да ключики красивые, смотрю вот. А если именно конкретно здесь, ну игруха крутая. Давно играешь? Я нет, я только что начал играть. Я думал, ты пошел играть в DayZ. Ну, я в свое время в нее играл, но я забыл свой логин и пароль, так что. Я тут снова сосунок. А, ты тут уже раньше играл, что ли? Да, так, до третьего уровня. А, ну ладно, давай пошли тогда с тобой вместе играть, что ли? Погнали. Так, только, давай нам нужно выйти там, где сражаться можно, или... Давай за мной. Смотри, тут прям пещера есть, если к ней подойти, то можно ты видишь, появляется Энд. Да, я уже зашел. И где мы находимся? Подожди. Ну, бежим теперь. Монстров мочить. О, смотри, там квест. Убить мини-босса, мы его уже убили. Ладно, пошли дальше. Будем с тобой играть. У тебя же первый левел, да? Ну да. У меня тоже. У меня даже вещей нет, которых я там набил. Хотя это... Ой, извиняюсь. Ой, извини, тут лагает. Тут, ага. Кажется, простая игруха, а играют так же, как в Линагу. Ага. О, пираты. Лагает, потому что видел, как жестко. Слушай, как тут, интересно, тут есть какой-то пати или что-нибудь еще? Так, стоп. Блин, да стой. Пати. Тобикс Вар. О, вау. А, Трэндж. А, стоп. О, смотри, кажется, вот. О, смотри, пати. А, это торговля. А, это торговля. Трэндж, торговля. А если... А, я могу к тебе телепортнуться. Круто. Да блин, бей. А, какого хрена? Тоби тебя слили. Да, я даже, блин, не заметил. Давай тогда побежишь ко мне заново, окей? Я меч нашел. А тут такая эта фишка, к примеру, ты до третьего уровня докачался, и можешь заново, и можешь уже другими, то есть другими, к примеру, мечником или священником. О, я твой гроб нашел. Что ты нашел? Твой гроб. О, еще касочку нашел. Нагрудник нашел. И еще какую-то палочку нашел. Я тут дерусь. А ты где находишься? Ты тоже? Где-то? Рядами. А, Тоби. Ась. Я слаймиков нашел. Я помню. Я тоже. Давай с тобой, нужно нам встретиться, да? Ну да. А как же? Вот. О, левел ап. Надеюсь, ты там, где я, слышишь, Тоби? Давай опять в Нексус отправимся. Давай. Я опять перезайду просто и опять к той пещерке побегу. Я тоже. Все, так. Окей, я где-то появился. Жду тебя, Тоби. Я скоро подойду. Почему я не могу взять покруче себе палочку? Я хочу себе покруче. О, я костюм. Ну, выбью. Значит, надо ее выбить. Not enabled by wizard. Так я же волшебник, и так. Ой, ты вот спогодь мне звонят. Тоби. Стой. А ты не зашел на сервер. Ой, не зашел ко мне сюда. Потому что мне еще. Да блин, мне сейчас звонить. Окей. А я кто по классу, ё-моё. Непонятно. Кто я такой? А, понятно. Я, типа, я не могу юзать ту палочку, потому что я волшебник, вот. Понятно. Ну, использовать я не могу, так могу кратко сказать. Ладно, пока Тоби нет, я пока побью монстров. Потом мы с Тоби встретимся там. Квестовый гигант монстр. Палочка. А, я же все равно не могу использовать, так что зачем мне эта палочка? Oh.
Ой-ой-ой-ой-ой. Я могу это дропнуть. Это тоже дропнуть. Это тоже дропнуть. Это тоже дропнуть. Мне это все не нужно. Так, я вернулся. Извиняй. Так, Тоби, давай опять в Нексус, потому что я тебя на спавне не нашел. Я где Бэтхолдер? А, я к нему сейчас подойду, да-да-да. Так, опять. Я столько всякого шмота нашел, но не для моего класса. Я зашел туда внутрь, заходи. Я сейчас уже захожу. Вот, все, мы вместе. Кстати, там в правом нижнем... О, давай к квесту побежали. Нужно в правом нижнем углу телепорт к игроку. Мы его убили. Левелап у меня. О, смотри, тут палочка. О, можешь мне кидать, посмотреть? А, чем она? Она лучше, что ли? Я не знаю, так. Да, она лучше. Тогда на возьми ее себе. Зырь, я теперь огнем пуляюсь. Ага. Но спецприем такой же. Тут же есть какие-то локации ПВП, да? Я не знаю, я играл же мало. Тоби, пошли. Тут же еще надо вдобавок и не умереть. Не, ну пиксель-артный... Вот был бы еще саундтрек такой. Подходящий в игре, что ли? Ну. Что-то в игре реально что-то музыки нет, как-то немножко печально. Ну, да блин, нет, что все не... за нами бегают? Пошли. От них, отсюда. О, смотри, какая-то квест. Квесту. Фок, увидишь такой? Да. Так к нему так никто не бежит, давай быстрее, мы должны его убить. Давай забрать весь дроп. Фига, кто выкинул? Какой олень выкинул? Шмот? Какой-то прикольный бриллиант, только что он делает, я не понял. И колечко. Тоби, помогай мне, ну ты. А ты где? Блин, меч какой-то. Блин, мне звонят тут еще гады. Я к тебе тпхаюсь. Это я к тебе сейчас тпхнулся. Крабик бежит на нас. А что он выкинул? Так, это... О, выкинул. Колечко. Ой, для меня. Да перный бабай, да что ж за херня-то такая? Колечко для меня я нашел, и у меня броня есть. Тоби, привет. Так, я выкину этот меч, он нам не нужен, он не по классу, да. Он не по классу к нам, он не для волшебников, я крабика нашел. Давай, выбьем. О, это, у него излучение. О, вау. Это не для нас, Тоби, не бери. А, ну тогда сразу. Это для, ты видишь, там написано, not usable by wizard. Ну ты же знаешь, да. Мой английский, блин. Да. Ну, короче, нельзя использовать волшебником. Пошли крабика убить. С тобой одни тут не любим крабиков. Вау. Ой, бери колечко. Ой, можно мне ману? Нет, ты бери. А, нет. У меня точно такой же, но только по ХП. Куда у меня колечко делся? А это этот забрал. Ну блин, ну я же его взял. Ай. Он к нам телепортировался или подошел. Пошли к квесту. Будем квест мобов бить. Потому что с них... В этих кактусов? Шмот падает прилично. О, бери! Дай, о, подожди, а что это? Тобикс вантую. Ты за мной, зачем со мной торговлю делаешь? О, спасибо. И можно ману? У меня такая же дубинка. Зачем ты со мной торговлю начал? А ты выкинул свой старый? А, вот. А нафиг она мне? Все круто. Огоньком пуляемся. Пошли еще бить их мобов. Мы жаждем крови. Мы уже снимаем 14 минут. Ну, я думаю, давай просто отснимем минут 40. О, книжечка. О. А... Брончья. У меня... А, нет, это круче. Давай, я возьму. Вот этот. Это что такое? Это... А, понятно. Книга. Пошли. Нет, там другой. Еще был. Я не помню. Фига себе. Нифига, мы тут сколько опыта получаем. Сейчас как... У тебя какой левел? У меня третий. У меня четвертый, тебе нужно меня догонять. Кстати, мы можем уже другим классом играть. Да, пока давай волшебниками поиграем. О, бери эту банку МП.
Пошли за квестом, нужно квест, нам квест надо выполнять. Квест его оба убить. Кстати, а ты знаешь, кстати, вот, блин, ты к нему ты не подходил, у него аура магии. И она довольно больная. Я уж такой мини-спец по этой игре. А, подходи, беги ко мне, Тоби. Нету... О, здрав. Блин, брони для нас. У меня четвертая. Может, реально класс сменим? Другой? Да. У меня просто пятый левел. Какой класс мне можно сделать будет? Ну, я обычно сейчас так на глаз сказать не могу, только если тыкну обновить. Стоп, а нам же еще деньги нужны. Хотя, ладно, мы сейчас создадим они новый тут класс. Я вот тебе честно скажу, не нужны, с чистой совестью. Так, пятый уровень — это стрелок. Мы тогда пойдем делать новых персонажей, потом продолжим. Так, мы начинаем запись, мы куда-то попали, непонятно куда. Стоби, я сейчас под новым классом, но я хочу сейчас достичь этим классом пятого левела, чтобы быть лучником. Я хочу играть за лучника. О, Тоби, если мы найдем какой-нибудь лук прикольный, можешь оставить его для меня, да? Ага. Сказал бы ты это пораньше, я бы тебе два оставил. Я лук нашел. Ай. Арчер, Хантер. Кстати, броня — это для меня. Арчер. О, и для меня можно я ее возьму? А, да убери ее. Хотя... А она такая же, кстати, как у меня. Это говно броня. А, Warrior Knight Paladin. Мне это не нужно. Чё, знай наших русских, а? Чё? Да, чё, вы англичан тут, а? Чё? Чё, рыпаетесь? Я нашёл его. А, кстати, с него пиво падает. С него падает пиво, мочи козла! Выход из подземелья. Да погодь ты. О, я тебе нашел лук 25 по 55. О, давай, дай я посмотрю. Да зачем, выложи его, я посмотрю. О, держи. А, 25-55. А у меня 20-50. Я лучше вот этот арбалет выложу. Возьму себе. Тут 35 по 65. Подожди, я тут путаюсь немножечко. А мне это не нужен, да? Максимум ХП. Мы, кстати, можем еще побродить и пиратов. Иди сюда, ко мне подойди, мой юный друг. Точнее, вот ты вот бери дроп, ты же мне его потом отдашь, так что бери вот это. И все. Нет, чеки осталось. Тут же где-то был покруче. По 65 урона. 35-65. Может, тебе этот оставить? А этот 25-55. А где ты находил 65-65? Ну, тут он завалялся. Ну, бери тогда его. Где? Короче, где больше урона, там... Исчез! Чего? Тут был еще арбалет. Блин, они исчезли. Ну, где больше урона, тот и бери. Так поздно, уже исчезли. Ты вышел, что ли? Я да. Я тут сейчас докачаюсь быстренько до пятого левела. Короче, когда я докачаюсь до пятого левела, мы продолжим. Вы даже этого не заметите. Ладно, сейчас это убью. Лотас! Все, мы продолжаем. Нам просто не хочется задронить, поэтому, короче, смотрите, нужно, чтобы открыть... Я хотел класс Warrior. Чтобы открыть класс Warrior, мне еще нужно 3 класса докачать до 5 левела. Мне просто это неохота, и мы пошли с Тобиксом. Просто я тоже буду опять за волшебника играть. Опять пойдем набьем себе что-нибудь интересненькое. Я думаю, вот сейчас вот еще... так, мы уже снимаем 19 минут. Удобно, кстати, Каматаси. Ты телепортировался? А в какую из двух? Куда в какую из двух? В эту дырку. Не Бэтхолда или... Бэтхолд. Блин. Ой, Тоби, блин. А тут их много? Куда ж мы телепортировались-то постоянно? Вот 66-85 с тобой куда, помнишь? Алло. А ты вправо, влево, вверху, внизу. Я на спавне. А, вот Тобикс Вар телепорт. Вот, пошли. Давай еще в эту игру минут 10 поиграем и пойдем. Стоп, подожди. Нам нужно играть, если порезать, то все на 14 минут, но на 15 минут считай. Это мы должны... Короче, будет две части. Давай еще поиграем. 11 минут и хватит, ага? Ага.
Ты с первого опять уровня? Я да. Ладно, пофиг. Я как бы сильно в эту игру играть. Ну вот не знаю, если вам эта игра понравилась, то вы можете в нее поиграть. Если вы любите пиксели, играйте в эту игру. Потому что их очень много. Я люблю пиксели. Ну тогда играй в эту игру. Пошли. Ну. Если что, в комментах пишите, может там чем-нибудь помогу так. Прокачкой. Нет, лучше пишите в комментариях, что... Во что нам еще поиграть? Ну, что-то типа такого, типа Ace of Spades. Чтобы не сильно надо было ничего качать, потому что... То, что памяти и так мало, и места мало. Ну, я говорю, давай про мини-игрушки снимать. Вот именно, что вот это вот... Вот это вот как бы, что же, как мини-игра, но только... Troll Locklands же прикольно вышло. Быстро что-то поднялось. Только что-то быстро угасли просмотры. А ты больше мы обновляли. 5 просмотров. Ты обновлял. 15 просмотров. Ты обновлял. Я как-то просто заливаю, и люди смотрят. Как бы знаешь. И... Да. Да, и у нас уже 65 подписчиков. Ё-моё. Ошалеть. Да. Там маг хоббит. Смотри, если будет 100 подписчиков... То я думаю, даже можно будет тест-карты DayZ в Майнкрафте раньше открыть даже. Mm-hmm. Раньше того, что мы хотели. Но если 100 подписчиков не успеет набраться до того времени. Нас ангелы мочат! Тут живое воплощение зла, я же историю читал. Пошли. Вот эльфики. Да, всё-таки. Level up. Маг это неплохой класс даже. Это не у меня левел ап. О, зелье. Yeah. Ну, бери. Потионс. Все, блин, как мухи. На говно. Ага. И если кто-то из тех, кто сейчас это слетелся, был один кто-нибудь из вас, то мы в хорошем смысле. Это вот. Хотя вряд ли. Ну да. Ты где нахуй? А, вот. Нахуй. Где находишься? Пошли. А, моё добро! Хуй Потионсы, вам подошли. Обломайтесь. Пошли, блин, что-то я уже... Я водяной. О, тут эти штучки есть. Ай, их нельзя ломать. Тоби, идешь? Кто всё? За нами бегает, а? Да говнюки всякие. Которые боятся сдохнуть. Слушай, этот чел... Этого чела я видел. Лотос, я тебя посеял. А, ну... А, я вон вижу. Моё, тебя. Моя хрень! Вон, Тоби. Только нахрен мне эта хрень, это не для класса. А, пошли отсюда. Мы должны убежать от него. О, пошли к эльфу. Слушай, этого чела видел, это случайно не наш подписчик. Не думаю. Ну всё бывает. Мы куда-то лотос попали. Ты умер, Тоби? Нет еще, слава тебе, господи. Вот, Тоби, привет, я сейчас сдохну. А, ну в Нексус телепортируйся быстро. Я должен... Ну, кстати, есть кролики, и если ты его стукнешь, то он станет злым. Все, ты в Нексусе? Нет. Не, я пока еще не умираю, так что... Я тут из последних сил отбиваюсь. Я тоже. У меня еще зелье есть. Да чё их так много-то, а? Я чую, тут неладно. Нагрели, значит. О! В подземелье телепортнуться можно, слышишь, Тоби? Вау, Дварф Кинг! Тоби, ко мне ТП-хайся. Тоби, на меня ТП. Да тут какой-то Дварф Кинг. На меня ТП, Тоби. Подожди, да я его замочу быстренько. Ладно. Ай, черт, я застрял. На меня ТП быстрее. Я на тебя ТП. Так какого хрена? Я не смог так побыть. Давай еще раз. Что за хуйня?
Лояна на тебя ТП, что ли? Блин, стоп, мы уже далеко. Мы далеко друг от друга. А вот, так, Тобикс, Вар, телепорт, все, привет. Пошли. Все массовый зря. Ой, у меня 4-й левел. У меня 6-й. Я 7-й. Мы мочим. Давай вниз по течению пошли или вверх. Я просто не понимаю, где тут вниз, где вверх. А по карте посмотреть. Ну, значит, вниз. Да ты кэп, а я не знал. Ну, блин, вообще течение может быть и в другую сторону идти. А мужик к океану подошел. Тут змейки какие-то, которые бегают в воде. Опять этот чел за нами идет. Может, от него вот убежим? Я... Он русский? Не знаю. Вау. Чё за сумоист? Хапай сокровища! Чё унесёшь? А, маны восстанавливаю. Пошли, Тоби. Пофиг на него. Пускай за нами бегает. Да у нас всё тырит. Я кролика нашел. У нас же, кажется, договор не мочить кроликов. Ну и что? Это только в Террарии. А я думал, на все игры. Это Гринпис, значит, блин. Я зря проиграл тому монстру. Вот, блин. Все, чувствую себя банком. Нет, нубиком. Пошли. О, квест гоблин. Побежали к квесту гоблин. А я его не вижу, я вижу какой-то... На меня ТП. А, ты же за мной бежишь, ты же за мной бежишь. Квест complete. Окей. Выполнили квест. Почему? О, давай сюда заходи в Private Cave. Так. А тут так. Пошли. Если этот сука за нами, хорошо, то я... Хорошо, быстрее его убьем этого босса. Пофиг на всех остальных. Он за нами. Он за нами, он за нами. Бей босса, главное, чтобы ему лут не достался. Мы зядины, вот. А, с него же ничего не падает, точно. Не, с него падает, надо просто искать лучше. О, с него... Да блин, ничего с него, него не выпало. Уходим отсюда. А хотя нет, пошли дальше бить мобов. С них вот падает, это я знаю. Да он меня уже задрал. Да чего ты за нами ходит, а? Это YouTube виноват. Он какой-нибудь 7-летний пацан. Как знаешь, это в Call of Duty. Вы все нубы, вы все нубы. Знаешь. Ну-ну-ну. Такие придурки. И в чат говорят это. Ладно, пошли. Я знаешь, типа там победили в битве. Там типа ха-ха-ха пишется. Как бы нормальные люди ничего не отвечают на это. Пошли вверх, туда. Туда пошли вверх. Я, кстати, я недавно я смотрел такой прикол это. Ну, это что было бы, ну, если бы интернет был реальным. Меня там прикололо одна фишка. Ну, типа, Ютуб. Ну, будто бы видел, и такой чувак прибегает и орёт «Фейк!» Любое такое видео. Куда мы плывем? Почему эти ребята за нами плывут? Потому что, блин... Чё они реально за нами плывут? Чё их так много? Идите нафиг, а. Люди, мы сами нубы! Да нет, они, может быть... Блин, почему они такое? Это все Ютуб, пошли отсюда, бежим от них. Фейк! Пошли, Тоби, бежим к квесту. Я от тебя эхо слышу, да? Или это в игре ты стреляешь? Ну, не знаю. В игре я стреляю. Нет, просто я-то твои выстрелы, по идее, не должен слышать. Я около кактуса застрял. Ну, я думаю, сегодня... Там чувака скоро ураган сожрёт, офигеть. Пофиг на всех. Так, блин. А, нет, колечко такое же. Так, а на, так... в жопу этот лук, в жопу это кольцо, в жопу этот какой-то кристалл. Максимум маны, слышь? О, квест, неподалеку от нас. Какой-то лик... Тоби ТП на меня.
Да я около тебя, кстати, бегу. А, ну все равно, да, так давай быстрее до квеста, чтобы мы квест должны выполнять. Меня за стрелок уже задрал. Убили квест. Да чего он за нами бегает, а? Зырь, за мной иди, у меня он тут еще есть. Я в деревце застрял. О, подожди, стой. Так лучше. Фига себе, тут за... Тоби, я к тебе так прохнуться не могу, ты где? У меня тут проблемы, Хьюстон. Ты, квест ты вниз ушел. О, здорово. О, вот Тоби. Его уже все замочили. Ай, стой, что у меня... О, новый квест. Руку... Ай, свело немножечко. Побежали к этому новому квесту. О, 30, 70, 50, интересно, 90. А как нормальные люди проводят выходной? Не знаешь? А мы что, не нормальные, что ли? У нас 3 месяца выходной. О, сварм. Побежали к тому квесту. Сварм. О, вот они. Чёлки! Мухи. Твари, голем да. Какие-то. Монстры ебаные. Ой. Слушай, может, с тобой 30... Давай тогда 3 серии, что ли, запишем, а? Чё? Короче, еще играем 10 минут и выходим. Меня убили! А тебя убили? What the fuck? Ну, я твою могилку вижу. Окей. А зачем еще, ну, 10 минут? Мы же все, мы же доснимали. Потому что видео получается, оно больше. Я забыл следить за временем. Короче, ладно, давай просто пофанимся на спавне, давай. Ой. Давай пофанимся на спавне. Давай... Мне уже надоело. Чуть-чуть. Может, Ace of Spades? Может, какую-нибудь мини-игруху? Я книжку нашел. Нет, это странно. И это все что ли? А, Orch. Ogre. Короче, блин, ну понимаешь, что если я сейчас неправильно сделаю, то получается, что у нас 3 серия из 2 минут получится. Нам нужно заполнить это 2 минуты чем-нибудь. Чем можно заполнить 2 минуты? Нам нужно еще 8 минут что-то поснимать. Только что. А, Тоби. Дай подумать. Я тоже не знаю. Давайте что ли посмотрим. Походим по менюшке. Давайте. Тут у нас аккаунт. А давай ты просто это вырежешь. И все. А? Это у нас эти 2 минуты. А сколько та серия получается? Смотри, одна серия 15 минут, да? Нам нужно сейчас поснимать еще минуты. Ну, 3-4 минуты, 3-4. Какой-то тут лучник на первом месте, какой-то прикольный шмот, а все остальное. Ну. Коралловая фигня. А кто на самом последнем месте? Мы с тобой. Нет. Мэнко. Ничего у него тут сколько. А, он хотя типа, бы в топ это, попал. Типа по количеству этих. А, это за месяц. И сейчас. А, это за все время. Нифига себе тут за все время чел. У него 777 этих опыта. Нажми там L time, слышь? Где? All time нажми. Ну где? там где легенд в меню, да, и там all time. Подожди, это типа свой рейтинг? Нет, это all time, это рейтинг за всю игру. Там смотри, какой на первом месте. Ой. Ой, а себе. У него скукач. Причем все семерки. Он себя даже не разрисовывал, то есть прикинь. Ага, кстати. Внешность даже не менял. Ага, он тупо играл. Вот, сука. Задрот. Понимаешь, что мне это нужно будет запикивать? А, извини. А я звук запикивания не скачал. У меня нет его.
Блин, сколько мы вот играем, а? Сколько мы вот играем? И что делать будем? Не знаю, я пофанюсь на спавне, я посмотрю, что тут продается. Типа, какие-то штучки я могу купить. А, это я могу шапочку себе купить. Тут, оказывается, звук можно было отключить. О, что, реально? Ага. В верхнем левом углу. Вот. Так. Кстати, ты не заметил, что что-то лучники крутые какие-то? Да, кстати, у них видел на первом месте даже. Лучники, да, первые три места лучники. Но, вот именно что лучники какие-то странные. И некроманты. О, это что, типа склад, что ли? А, тут у тебя твой склад есть даже. Где? Там возле спавна, там склад есть. Да ладно. Там такой телепортик на спавне есть, такой зеленый. Вэлд. Вот, видишь, я где стою? Вон, видишь, Тоби. Вот он, зеленый телепорт прям на спавне. А вот вижу. Это твой склад личный. Как я понял. Это тут тебе только один центральный сундук пока доступен. Все остальные надо покупать за 500. Овечка! Пиксельная овечка. Еще пиксельная овечка. Или ты не овечка? Ты овечка или не овечка? Может, пойдем DC построить или про какую-нибудь мини-игруху? Нет, еще одна минута. А ты это типа снимаешь? Да. Нет. Зачем? А предупредить. Я же сказал, я еще буду снимать. О. Это что-то будет. 25% скидка. О, это же ткань. Надо купить ткань с 25% скидки. О, это. Купить реальные голды. Спасибо, не надо. Я могу себе шапочку белую купить. Шапочку зеленую, шапочку розовую, шапочку красную. Шапочку розовую. Нет, ты эти не можешь купить, они за 150, а у тебя всего лишь 100. Вот именно, что я могу эту розовую и белую купить. Вот я могу за 35 купить. Белую. Фейк! Блин. Тут жут до сих пор. Голд, голд, голд. Я тоже буду сейчас стрелять магией. Понятно, у меня тоже есть магия. Потому что не думайте, что вы одиноки. У меня тоже есть магия, да, большая. И большая магия, вот. Большая, ах ты ж, блин. Там что-то у меня с микшерами. В этой игре все продажно. Чем? $5, 500 голдов. Алло? Да. Слушаю вас. Ладно, все, уже время подходит к концу. У нас получится 3 серии. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилась эта игра, скачайте, поиграйте в нее. А, вот Тоби, привет. Давай сюда, иди сюда в центр. Тоби, иди в центр сюда. Тоби, иди сюда. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Можете поиграть в эту игру, если она вам понравилась. Ссылку мы укажем, конечно же, в описании. У меня какое-то новое крутое умение. Давай стрелять. Всем пока. Так, где тут пауза? Стоп, да, все, вот пауза, да, все. А, нет, вот стоп, да, все, стоп. Всем пока.